Привет, ребята! Добро пожаловать на наш канал Даша и Лиза! И сегодня, ребята, угадайте, где мы? Мы находимся в аэропорту. И сегодня вы можете угадать, где мы едем по нашим... Куда мы едем? Шапочкам. И масочкам. Это не Лос-Анджелес. Это другая сторона Лос-Анджелеса. Это не другая сторона. Mm-hmm. Это не Лос-Анджелес. Очень красивый океан. Но... Бирюзовый. Это не Гавайи. Все, уже все угадали, Лизочка. Да, действительно, мы едем в Майами. И поехали с нами. Подожди, мама, давай сделаем новый челлендж. Мы вам даем 5 секунд, чтобы вы подписались на наш канал. Итак, 5, 4, 3, 2, 1. А я вижу, ты не подписался. Да? Да, ждем. Я не подписалась. Уже вот. Да. Поэтому поехали. Поехали. Да, Лизочка, открывай. Очень красивый номер. Ребята, мы проснулись в первое утро наше в Майами. И сейчас очень-очень рады тому, что мы можем пойти покупаться в теплом северно-атлантическом океане. Чтобы снять машину, чтобы мы могли поехать на Кивес и посмотреть город. А сейчас мы идем в дом-музей Эрнеста Хемингуэя. А вот и котики Эрнеста Хемингуэя. Built this house, and it's so hurricane proof. 2 years ago, when a hurricane hit Key West, all the humans left the island. All of our 60 guests just walked upstairs. Адам, где его? Я уговорила. Смотри, сколько пальцев у них. Вот у этой прям много. А, это чего? Вот у этой много пальцев, она кусается. У нее точно 7. Здесь реально очень классно, очень классная атмосфера. Спокойно, курочки бегают, тишина. Не зря многие писатели здесь селились для того, чтобы вдохновляться природой. Девочка, что ты тут заказала такое? Я заказала лобстеров. И вот здесь вылавливают, да? Вкусные. Вот так курочки просто бегают по городу. Нет. Лови. Вот она, ребята, самая южная точка Америки. Вот этот буй, это 90 километров до Кубы. Моя рекомендация, если вы приезжаете на Key-West, оставайтесь здесь хотя бы ночевать, потому что здесь просто сказочная атмосфера. Просто начинаешь влюбляться в эту атмосферу, здесь действительно очень круто. Доброе утро, ребята, мы сейчас приехали кататься на лодке, потому что у нашей подружки день рождения. И мы будем целый день праздновать день рождения. И покажем вам Майами с лодки. Да. Да, мы приехали на остров недалеко от Майами. Лиза уже нырнула. Здесь песок такой мягкий, как будто бы я могу ее найти. Давай, прыгай, давай.
Ребята, сегодня мы вам покажем, как в живой природе живут крокодилы. Но иногда крокодилы могут злиться и кусаться, но они все равно очень такие классные животные. Так что поехали! Ребята, на самом деле, Лиза, куда-то мама меня привезла. Это очень интересное место. Мы сейчас находимся в круизной столице мира. Ежегодно с этого места, это порт, уезжает на круизах 5 миллионов человек. Представляете? То есть это просто сумасшедшие цифры. Сейчас, конечно же, из-за коронавируса корабли не ездят, но все равно, видите, сколько грузится разных грузов на корабли. Ребята, мы приехали в национальный парк Эверглейд. Вообще, вокруг Майами два национальных парка, им очень повезло, жителям Майами. Но сегодня мы сможем посетить только Эверглейд и посмотреть, как в живой природе живут крокодилы. Ребята, на такой лодке мы будем смотреть сейчас крокодилов и аллигаторов. Видите, детям раздали специальные наушники, потому что будет очень жужжать мотор, а нам дали беруши. Вот таких красавчиков можно встретить просто так, подплывая на лодке к берегу. Самое главное, они не боятся. Вот здесь закормят их хлебушком, и они, в принципе, подходят. Он, в принципе, огромный, он больше метра длиной. Мы сейчас едем на Ocean Drive. Да, мы сейчас едем на Ocean Drive. На самую тусовочную улицу Майами. Да, здесь очень классно и очень красиво. Ребята, мы приехали в очень классный район, называется Wynwood Falls. Когда-то давно он в Майами был очень криминальным районом. Власти решили дать разрешение художникам его расписать. И вот сейчас он весь в граффити, и миллионы туристов приезжают просто посмотреть на эту красоту и сфотографироваться с этими прекрасными стенами. Майами Мохито Хамбо. Да, можно взять спрей-пен и разрисовать еще, если тут остался хоть один клочочек неразрисованных стен. Есть, я вижу. Посмотрите. Я знаю, где. Такая в итальянском стиле. Мы сейчас будем кушать, и потом мы в аэропорт поедем. Такой вот у Лизы десерт сегодня. Тебе нравится, Лиз? Это шоколадное. Чуть-чуть кофейное, мороженое. Да. Вот две тарелочки. Посмотри, как красиво, Лиза. $100 они сейчас дымятся. Ребята,
Лиза чуть подрастроена, она уже устала. Это наша последняя точка, после этого мы едем в аэропорт и едем в Лос-Анджелес. Можно определить по Лизиной футболке. Она, кстати, не только вписывается под сюжет нашего видео, а еще и под обстановку, которая находится здесь, в вилле. Поэтому мы, к сожалению, возвращаемся в Лос-Анджелес. Отдыхать всегда классно. Это были невероятные несколько дней. Мы рады, что вы были с нами, поэтому подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и сабскрайбы. И путешествуйте вместе с нами. Пока!